Привет, мои дорогие! Хотела сказать, что есть наиважнейшая тема, с которой я сейчас сталкиваюсь постоянно, с клиентами, с друзьями, со всеми, кто меня сейчас окружает. Какой-то интересный период, когда вокруг меня люди куда-то мчатся, существуют на каком-то надрыве, как будто нужно что-то пробить головой, куда-то дойти, доделать, дожать, досмотреть, дозвонить. Да, домучить, да, допихать. И в эти моменты у нас включается такой зверский бегущий ритм, как будто мы от себя сами убегаем, как будто мы мчимся куда-то. И в эти как раз моменты самое важное, самое драгоценное, что мы можем сделать, это остановиться. Вот прям вдох-выдох и стоп. Стоп-машина. И самое интересное, что чаще всего у многих людей восприятие такого стопа это будто похоже на маленькую смерть. Как будто ни в коем случае я не могу останавливаться. Все что угодно, только нет, нет, нет. Я лучше буду чем-то займусь, я лучше что-то еще поделаю, еще что-то вот здесь вот починю. Вот здесь вот я поработаю, здесь я что-то посмотрю, здесь я сейчас перекушу, здесь я поговорю параллельно. И вот это внутреннее колесо, которое мчится со страшной скоростью, даже говорю, уже устала. Оно не дает возможности услышать себя, услышать свою интуицию, оно не дает возможности услышать жизнь. Куда сейчас она нас подталкивает? Зачем? Почему мы сейчас оказались в этом? Почему мы в каком-то состоянии загона, да, волк в загоне, вот это мчащееся животное. В общем, пробуем остановиться. Вдох-выдох. Переключаем ручник на стоп и смотрю, почему я так боюсь остановки. Что там такого страшного в этой остановке? Неужели я там себя увижу и услышу? Хочу ли я делать то, что я сейчас делаю? А если не хочу, действительно ли это катастрофа? Есть у меня ощущение, что, скорее всего, это не катастрофа, но придется много что пересмотреть. И так как мы сейчас готовим ретрит про самоценность, то это как раз вопрос к себе. Чаще всего, в первую очередь, потом к другим. Так что же такое ценность себя? Что такое дать себе эту хотя бы минутную остановку в день, дать себе время? Потому что остановка – это не забрать у себя время, а дать себе время. Пожалуй, это, наверное, один из самых главных моих месседжей в этом посте, в этом видео. Остановиться – это значит дать себе время. Это не значит потерять время. Чего я вам желаю? Давайте попробуем сегодня остановиться и остановить внутренние ощущения в теле вот этой машины, крутящегося ручника какого-то, ручки, да, по кругу чего-то бегущего. Затормозить и действительно выдохнуть и почувствовать, как внутри тело как будто бы тратит минимум энергии только на дыхание, больше ни на что. Вот так. Пожалуй, на сегодня все. Целую, пока.